Всем добрый вечер, с вами Хижина Музыкантов. В связи с последними событиями не было особого настроения записывать чат рулетки, но благо есть реакции, которые не успели выйти. И их я сегодня хочу вам показать, дабы немножко отвлечь от вот этой дичи, которая творится вокруг нас. И в конце видео еще покажу несколько классных кадров с моего концерта в Питере, который был в 23-м году. И обязательно приходите на мои весенние концерты, которые пройдут максимально круто, будет классная программа, живой бенд и все это, самое главное, безопасно. Билеты в описании под этим видео, а казанский концерт мы перенесли с 24 марта на 7 апреля, поэтому все билеты действительные. Скоро увидимся. И, кстати, в моем телеграм-канале я разыгрываю гитару Крафтер, комплект струн и ремень для гитары, поэтому участвуйте, очень простые условия, все ссылки в описании, погнали смотреть. Привет. Чего? А не слышно. Не слышно? Нет. Ну, пожалуйста, не переключи. Сделай что-нибудь со звуком. Не получится, не получится. Пусть просто улыбается красиво. А так, раз, раз. Звук! Звук! Чего? Сыграй, пожалуйста. Что хотите? Что можешь? Ты там аккуратнее, не вмажься так. Блин. Кино. Кино? Ну да. Да. Любую песню. На поймение солнца. Звезда? Ну давай. Давай. Так. Хочу карточку. Стол заказов, да, да. Это вместо вашего радио или там музычки в магнитоле, да? Живая музыка. Поехали. Снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город дорожной петли, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Спасибо. А куда вы направляетесь? А мы просто катаемся. О, по городу? Что за город? Краснодар. Краснодар начал часто попадаться, видимо, знак, чтобы приехать с концертом, правильно? Да, это огромный знак, что нужно приехать в Краснодар. Ну все, ждите в городе какой-нибудь большой билборд там с объявлением. Да. А как тебя зовут? Раиль. Раиль. Красивый. А вас? А вас? Таня. Юля. Очень приятно. Я уж пока пел, боялся, думаю, сейчас что-то. Нет, нет, она хорошо водит. Ну видно, одной рукой водит, другой там... Третьим глазом смотрит, слушает. Я вообще просто руль держу. Точно? Точно, да. У меня просто дополнительная рука здесь есть на телефон обычно. А, ну на Алиэкспресс что ли купила, заказала? Да, 18+. А выход данного ролика поддержало приложение Timbro, благодаря которому можно научиться играть на гитаре и фортепиано. Давайте покажу. В разделе «Уроки» вы шаг за шагом изучаете что-то новое. Это различные упражнения, гаммы, всякие мелодии, упражнения на память, слух. А в разделе «Песни» вы уже играете различные мелодии, песни, короче, применяете все ваши знания, навыки и тем самым качаете скилл игры на гитаре. Ну а если у вас нету своей гитары или фортепиано, вы можете всегда учиться на виртуальной прямо в приложении, как будто бы играете игру. Поэтому скачивайте приложение Timbro, не откладывая, прямо сейчас. По ссылке в описании еще получите 50% скидку на премиум аккаунт. А так, она бесплатная. Вы можете скачать в App Store или Google Play, просто пишите Timbro. Погнали дальше. Привет. Привет. Чем занимаешься? Жду
друзей. А, в гости, что ли, позвала? Нет, мы просто сейчас на день рождения... Ну как, не сейчас на день рождения едем. У нас в 12 часов ночи у друга день рождения, мы поедем все вместе поздравлять. Что будете делать? Торт? А мы каждый раз всех так ездим поздравлять. Собираем машины, много друзей, пускаем салют, поздравляем, торт. Солидно, прям масштабно, я бы сказал. У нас так каждый месяц, потому что каждый раз у кого-то день рождения. Да? В каком городе? Наверняка вас уже все знают. Нас все знают, Ростов-на-Дону. Ну да, с песнями хоть? Что-нибудь конечно, включаете? Конечно, конечно, мы все включаем. Я тебе говорю, у нас толпа целая, у нас человек 20-25, наверное. Круто, оригинально. Ну, вот. Я вижу, что ты с гитарой сидишь. Можем что-нибудь спеть? Давай, попробуй. А что предпочитаешь? Веселый, грустный. Я слушаю все абсолютно. Окей, у меня вот тут открыта песня. Может, ты ее, конечно, знаешь, а может, нет. У зверей. Но ее мало кто знает, как бы сразу скажу. Типа. Мир такой красивый, такой замечательный. Я сижу напротив, Канджи, ты привлекательна. Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается. Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается. Я к тебе подсяду, я спрошу, ты одна. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, то все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Слушай, ну, песню я эту знаю. Вообще, звери классная группа, я много их песен знаю. И поешь ты, кстати, очень круто, и играешь на гитаре классно. Спасибо, спасибо. Спасибо тебе, что поднял мне немножко настроение. Давай, отожгите там по полной. Спасибо, ладно, давай, удачи тебе, пока-пока. Тебе тоже, спасибо, давай. Здорово. Да. Давай, сыграй что-нибудь. Фух, что предпочитаете? Меломаны. Мел едите, что ли? Да, да. Почему у вас этот... Народ, вы что, не в России? Какой день? За окном как бы уже ночь. Да нет, день, вечер. Калифорния? Да, Калифорния. Блин, класс, тоже хочу туда съездить. А что, сегодня день этих артистов или как? Просто уже ты пятый человек за день сегодня. Ого, кого встречали? Там многих. Ну, слушай, да, чат-рулетка превращается, видимо, в какую-то... Да. Жёстко. Ё-моё, ну да. Здорово, я тебя знаю. Здорово. Это хижина музыканта. Чё? Чё? Ты хижина музыканта? Ты ютубер? Не, не ютубер, почему? А ну, вот что ли, вот? Включись, пожалуйста, это. Хижина музыкантов, да. Отключите, пожалуйста. Сейчас, стой, блютуз отключим. А-а-а, здорово. Хероси. Единственный, кто узнал, бля. Я вообще не знала. А чё, можешь что-нибудь там запилить, там, с битбоксом, как ты любишь, да? А мы будем что-то отрулять и потом в Ютубе? Если хотите, конечно. А ты сейчас записываешь, знаешь, реально? Вообще нон-стопом, как и ты, три дня, ну, типа... Все, класс, ура! Прикольно, подписываемся на А, да. Гаси, а там рядом с тобой есть кто-нибудь, там какой-нибудь, как его, Акап, да, тут, который белобрысый? Такой, Акстар вылезай, да? А, Акстар, да. Нет, ночь уже, вы чё? А у нас только день, чё там, блин. Ну, Калифорния, чё поделать, там солнечно. Калифорния, Канада. Канада? Да. Ебой, как вас туда занесло? Алтаков. Понятно. Вот что у меня есть, смотрите. Топчик. Это на сколько? На 10? На миллион. Не, до 10 еще, ё-моё, там сколько? Всего лишь на 7 миллионов, то и всё. Всего лишь.
Там херачить надо, не знаю, лет 5. А как я так не узнал такого популярного? Ну, вы на Ютубе, наверное, не сидите, да? Ну, не часто. Тувин. Сидей. Я иногда. Прикинь, а если бы ты мне сказал, мы фиг поймем. Короче, видеоролик буду чекать. Да, да. Чё, как, чё за заведение у вас там? Школа. Обычная школа? Да, 12 класс. Чё, когда в Россию? Хороший вопрос. Когда война закончится, тогда в Москву. А, вы из Москвы, получается? Не-не-не. Ну... Я не, я из Украины. И я. А-а-а, нифига себе. То есть вы это не бывали в России вообще? Будет просто попасть в Россию, то тогда, может быть. Ну да, да. Ну то есть вы не бывали в России, если так взяться? Я прожил 10 лет. Я нет. А-а-а, интересно. В Белгородской области. Ладненько. Чё, напоследок спеть что-нибудь или пойду? Что-нибудь. Давай. Для Славы спи. Слава, чё будет заказывать? Так, этот, Цой. Что-нибудь перемен требует наши сердца, и вот это вот я забыл. Хороший выбор, хороший. Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым и сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. В нашем смехе, в наших слезах и пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Браво. Браво, браво. Спасибо, ребят. Спасибо. Все, давайте хорошего настроения. Давай, вам. Тебя. Увидимся. Пока. Давай, пока-пока. Да ну, серьезно? Чего? Чего? Серьезно? Да нет, нет, этого нельзя троллить. Этого нельзя троллить. Блин, я забыла, как тебя зовут. Я смотрела твои видосы с гитарой с нуля и... А ты нас записываешь? А, я такой клёвый. А, ну сбегайте. А, ну сбегайте. Визажист, иди сюда. Съемки всегда неожиданно накатывают, да? Блин, да серьезно? Я вообще в шоке. Я, в смысле, тебя смотрела постоянно и Рома, да, по-моему? Который да, да. Себя? Блин, тебя забыла? Раиль как? Арсланов, да. Раиль, да. Вот. Фамилию, значит, быстрее запомнил. Это вообще капец. Это круто. Я так всегда хотела вас встретить. Я, в смысле, даже гитару брала, пыталась там что-то учиться брынькать, на вас насмотреть. Но я ей сказала, выкинь гитару, это не твое. Я, да. У нее просто кровь из ушей пошла. В смысле, я все твои почти видео и с баяном, и с губной гармошкой, и с гитарой. Блин, респект. Блин, респект. Слушай, нормально облизала тебя? Блин, я уже все готов. Да просто, спеть я не ожидал. Песню. Спеть песню. Давай, я тоже готов. Ароматы ванили, сладкой ваты клубы надо мной проплывают, пропадая вдали. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю. А где-то ты ничего не узнаешь, а я боюсь, что потерял тебя. Блин, вообще
тебя. Мечта сбылась. Да. Вообще крутые ребята, я вас прям... Ух, спасибо. Да. А вы откуда сами? Владивосток. Заключительный концерт нашего тура все-таки. В следующий раз увидимся, я не знаю, когда, весной. Вот. Песня называется «Беззаботное лето». Давайте мы ее споем. Я спою. Провожая закат, по рассвет, около шумят без ответа. И не передать, как в этот момент, я люблю беззаботное лето. Соберемся друзей, закажем такси, просто так без вещей и билета. Мы скучали весь год, нас куда-то несет. Я люблю беззаботное лето. А то прям как в детстве забьем на дела. Будем просто гулять с ночи до утра. Беззаботные дни утекут как вода, но улыбки друзей не забыть никогда. А то прям как в детстве забьем на дела. Хочу послушать их, может подскажешь что-то. Встречи дела замут, и все будет, как мы хотим. Лапока, люблю момент, ведь впереди. А дома прям как телефоны давайте включим, потому что это будет хорошая песня, между прочим. Многие пришли из-за нее сюда, я думаю, песня «Не влюбляйся». Чтобы это красиво заснять на видео, предлагаю вот, действительно включить фонарики всем, наверное, тоже. Я молчу, но хочется кричать. Пойдет только вы. Не Guys.
вечном поиске тепла. Ты побыл со мной рядом, пусть согреются тела. Я молчу, не осталось больше слов, наблюдая, как рисуется любовь. Твой небосвода, ты моя луна. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покоя. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Концерт. Придет еще. Блин, безумно классно. Аж жарко. Пиджаки, конечно.
Это было супер. Огромное спасибо. На этом мы завершили наш осенний тур. И сделали это достойно, я считаю. Другие города сказали бы: вау, молодцы питерцы. Ну и приезжие тоже. Ну что, огромное спасибо, ребята, за внимание, за то, что пришли, нашли время. Обязательно слушайте наши треки и смотрите мои ролики на канале Хижина Музыканта. Спасибо. Представлю давайте музыкантов. Слева от меня это Савенков Борис, бас-гитара. И справа Мастафин Роман, барабанщик. Марат Ахрорович, помощник, ассистент СММ, баянист, барабанщик, оператор. Все, друзья, до встречи и до новых встреч. Пока. Спасибо, ребят. Ребята, на этом все. Надеюсь, это видео немножко подняло вам настроение, отвлекло. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Приходите на мои сольные концерты, билеты все в описании. А в телеграм-канале участвуйте в розыгрыше гитары, комплекта струн и ремня для гитары. Там же еще найдете все песни, которые я исполняю в чат-рулетках в формате MP3, неизданные реакции, которые вы еще не видели, и много всего интересного. Близкое общение, все анонсы и новости. Увидимся. Пока.